Когда стало известно, что Александр Цекало закрутил роман с моделью Дариной Эрвин, многие звезды осудили продюсера. Ведь еще год назад он заявлял, что счастлив в браке с сестрой Веры Брежневой Викторией, которая родила ему двоих детей. Но, встретив Дарину, 58-летний Цекало не смог устоять и поддался чарам художницы. Довольно быстро он сделал предложение возлюбленной, и в марте они сыграли свадьбу в США в присутствии близких друзей и родственников. Неравный союз прежде всего не оценили друзья сестры Веры Брежневой. Так, певец Сергей Мазаев в компании Цекало и его бывшей жены ездил на отдых. У него остались самые приятные воспоминания о Виктории. Музыкант до сих пор недоумевает, почему прошлый брак продюсера распался, мы вместе с той семьей отдыхали. Считаю, что сейчас он круто попал, отчасти это злорадство. Я на стороне Дарины. Она должна раздеть его догола. Сочувствую ему и рад за девушку, которая оказалась молодцом, признался Мазаев в студии программы «Звезды сошлись». Сергей Мазаев, фото, Legion Media. Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету. Звезда телесериалов Александр Пашутин предположил, что эта история ничем хорошим не кончится. По его мнению, девушка просто хочет больше сниматься, и теперь все будут видеть ее в главных ролях в сериалах, где спонсором выступает Цекало. Кроме артистов, против брака выступают и родные Эрвин. Так, ее отчим, с которым она долгое время жила в Америке, общаясь с журналистами, признался, что у Дарины к нему изначально было потребительское отношение, она за всю жизнь ни копейки не заработала. «Я до сих пор все оплачиваю», сообщил он. Дарина Эрвин и Александр Цекало, фото, Legion Media. Уродный отец модели, Бахыт Сапаров, тоже остался не в восторге от выбора дочери, ведь новый зять на 7 лет старше его самого, как отец, я к этому плохо отношусь. В браке с такой разницей в возрасте я не верю, сказал бизнесмен. Однако многие поклонники встали на сторону Цекало и его супруги. В микроблоге актрисы они оставляют позитивные комментарии и призывают влюбленных не обращать внимания на сплетни завистников. Класс пост 615 874 подписчика.